Активная и позитивная Надежда Шалашова, капитан команды «Пламя жизни». Все 10 участников – посетители отделения дневного пребывания Первомайского ТЦСОНа. Надежда Васильевна, как принято, точный возраст не называет, говорит, уже за 70. И добавляет, самое время, чтобы заниматься спортом и просто жить. Одни любят сидеть на скамеечке у подъезда, вот, а другие любят постоянно в движении. Вот благодаря нашему центру мы сплотились, научились там же скандинавской ходьбе, и вот теперь ходим, чтобы глаза горели, и жить, конечно, увлекаться спортом, чтобы быть всегда жизнерадостными, веселыми, оптимистами. Фестиваль под двузначным названием «Суперстар» – совместная идея МЧС и Центра соцобслуживания. Его смысл в первую очередь – повторить правила безопасности, но через спортивные препятствия. А это отличная возможность избежать беду и при этом оставаться в форме. Мы знаем, исходя из даже статистики количества пожаров, количества погибших, к сожалению, очень большую долю составляющую – это именно люди пожилого возраста. Поэтому наша задача сегодня обратить их внимание к безопасной жизнедеятельности, обратить их внимание к здоровому образу жизни. На стадионе пожарной части 35 активистов в категории 60+, самому возрастному 83. Отделение для тех, кто, кажется, только начинает жить, функционирует уже 5 лет. Для постоянных посетителей, а это ни много ни мало 140 человек, созданы 18 направлений. Кроме спортивных дисциплин, пенсионеры осваивают компьютерную и финансовую грамоту, познают азы интернет-технологий, находят друзей и даже создают семьи. Я не могу назвать их пожилыми людьми, потому что это леди-джентльмены, достаточно активные, прекрасно выглядящие и всегда в хорошем настроении. И этому действительно у них можно поучиться. В следующем году организаторы фестиваля планируют перейти на более расширенный формат, сделать его областным. «Суперстар» будет базироваться по-прежнему в Бобруйске. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.